К нам на канал поступает много писем с просьбой рассказать два слова о дочери Роми Шнайдер. С удовольствием выполняем просьбу наших подписчиков. Итак, знакомьтесь, Сара Бьязини, первая и единственная дочь Роми Шнайдер, родившаяся в 77-м от брака Роми со своим секретарем Даниэлем Бьязини. Когда дочери было всего 3 года, Роми развелась с Даниэлем, оставив дочку без отца, а через год скончалась, оставив ее сиротой. Сейчас Сара – киноактриса, и вы могли видеть ее в последнем фильме «Бельмондо» «Человек и его собака». Подписывайтесь на наш канал и задавайте свои вопросы, о ком еще вы хотели бы узнать. А мы с удовольствием все вам расскажем.